Если из истории убрать всю ложь, то это совсем не значит, что останется одна только правда. В результате может вообще ничего не остаться. В 1897 году физик Роберт Вуд с семьей отдыхал в Массачусетсе у залива Безардс. Однажды, купаясь, он опрокинул себе на голову деревянную бадью и, держа ее на плечах, долго развлекал детей зрелищем живой плавающей бадьи. Но этим дело не ограничилось. На следующий день он вырезал в стенке бадьи прямоугольное отверстие, вставил туда стекло и по краям бадьи прикрепил свинцовый балласт с киля яхты, который прижимал бадью к его плечам, если опуститься под воду. Предвосхищая создание батисферы, он соединил это устройство с велосипедным насосом, находившимся в лодке, при помощи резинового шланга и мог сидеть под водой сколь угодно, наблюдая за рыбами. Первым крупным изобретением Вуда был способ отогревания замерзших водопроводных труб с помощью электрического тока. Вуд решил, что электрический ток, проходя по металлическим трубам, должен нагревать их, а мерзлая земля вокруг труб и лед внутри них электричество не проводят, так что никакой опасности не будет. Эксперимент провели дома у сенатора Вайлиса, около дома которого водопроводчики никак не могли найти замерзшую 300-футовую трубу. Привезли трансформатор, к вторичной обмотке которого присоединили провода от сети, а первичную замкнули на кран в подвале и на водоразборный кран в 300 футах от дома. Ток проходил через большой бак с соленой водой и электродами, которыми можно было регулировать его силу. Замкнули цепь и стали ждать результатов эксперимента. Через 10 минут послышалось бульканье, и из крана брызнула струя ржавой воды, смешанной со льдом. Еще через несколько минут появился лакей с шампанским. На следующий день в местной газете появилась статья, описывающая успешное решение проблемы борьбы с замерзшими трубами. Это сообщение подхватило Associated Press и разнесло его по всей стране. Университет получил от правительства премию в 200 тысяч долларов, а предложенный Вудом метод чуть ли не до сих пор применяется в цивилизованном мире для отогревания замерзших труб.